Все больше молодых специалистов в Атырауской области выбирают после окончания учебы сельскую местность. Причин несколько здесь. Желание вернуться в родные края, востребованность в специальности, ну и самое главное – меры государственной поддержки. Жизира Эдилбаева вот уже полгода живет и работает в селе Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области. Еще один плюс сельской местности в том, говорит Жизира, что работа для врача всегда гарантирована, да и привилегий на порядок больше, чем в городе. Сразу после окончания учебы я вернулась в родной район, чтобы работать здесь, и стала участником программы с дипломом в село. Это очень хорошая программа, выдают подъемные, решая жилищные вопросы. Я получила трехкомнатный дом, что для меня, как жительницы отдаленного аула, стало решающим фактором. В Атырауской области разработана и принята специальная программа для привлечения молодых специалистов в село. К примеру, запуск каждого медицинского пункта в сельской местности подразумевает обязательное строительство жилья для будущих медиков. Подобный подход уже приносит свои плоды. За два последних года к нам приехали работать 11 выпускников медицинских вузов. Все они обеспечены подъемными, четверо получили дома. Каждый год мы проводим работу со студентами, объясняем им те меры поддержки, которые мы можем предложить здесь для них. Кроме того, от района выделено 10 квот для оплаты учебы студентов, которые после выпуска будут работать у нас. Только за прошлый год в отдаленный Курмангазинский район приехали работать 29 молодых специалистов. Это сфера медицины, образования, спорт и сельское хозяйство. Вновь прибывшим было выплачено более 4,5 миллионов тенге подъемных средств. 6 специалистов уже получили кредиты на приобретение жилья на общую сумму 20 миллионов тенге. Виктор Сутягин, Талгат Утигулов и Амантай Матенов, Атырауская область, Хабар-24.